лежат у малого чипсы на столе. Думаете, не хочу их сожрать? Сейчас бы взял бы, поел бы, но нет. Вот. Зеленое яблочко. Потому что если чипики я съем, завтра я съем конфетку. Послезавтра я съем морожка. Послезавтра шоколадку. Бургер, хот-дог. И так пойдет по кругу. И все вернется на круги своя. Увижу отметку 90, потом 92 на весах, 95 и так далее. Поэтому лучше себя не давать вот этих маленьких таких типа поблажек. Ну, может кто-то и умеет, я не спорю. Но я, если малейшие какие-то даю, все. Если там это чуть можно, значит это и так далее. Это как снежный ком. И все, потом просто не остановиться. Поэтому лучше я воздержусь. Или там выпью коктейль питательный, кстати, который ты можешь найти по ссылке в описании. Очень хороший питательный белковый коктейль. Coral Shake. Я сделаю скоро обзорчики на них, у меня спрашивали. Вот, их тоже можно найти по ссылке в описании.